Всем привет! Вы на канале Виктория Плей. Всем привет! С вами Вика и Тёня. Мы будем мамой делать открытку. Мы сегодня делаем открытку на 9 мая. У нас есть декор для скарбукинга. Это у нас все в стиле 23 февраля. На 9 мая мы не нашли, но мы можем воспользоваться тут многими элементами. Для основы нашей открытки мы выбрали дизайнерскую бумагу. Она более плотная, чем картон, хотя очень похожа внешне, но она не будет сминаться от клея и останется основой неизменной. Ну, приступаем, Виколь. Да, сначала согнем открытку нашу. Придадим нашу открытку форму. Вот себе. У нас есть блестки, мы будем делать из блесток салют. Да, я так сильно люблю салют. Мы салют будем делать внутри открытки, а снаружи у нас все будет очень строго. А внутри празднично. Да. Вот, у меня. Так, основа для открытки готова. Смотрите, мы вырезали из картона цифру 9. Да, цифру 9. Так, Викор, смотри, давай намажем цифру 9. Угу. И... А ты будешь приклеивать. Так, вот наша девяточка приклеена. А давай теперь будем делать салют. Салют будем внутри делать, Викор. Мы открываем наш наборчик, посмотрим, что мы можем отсюда применить. Да, я тебе буду помогать. 9 мая. Давай. Я тебе помогу, я сейчас могу тебе. Давай. У нас еще есть такие звездочки. Да. Их мы будем клеить на горячий клей. Да. Дай мне. Вот, не растеряй. Дай мне еще. Смотрите, как правило, такую открытку делаем дедушке, ветерану войны. Давай покажем, что мы будем использовать на лицевой стороне. Значит, смотрите, вот наши звезды. И медали. И вот еще идет. И вот такая медаль со звездой. И еще моему герою надпись и еще гвоздичка. Сейчас мы это все выложим, а потом будем клеить. Какую мы там убиваем, мама? Гвоздичка. Герой — это тот, кто воевал на войне, Викор. Да. И еще у нас есть георгиевская ленточка. Я предлагаю сделать из нее просто такую петельку. Наклеить на нее вот такую звезду. Мы примерно разложили, как это все будет. Сейчас только осталось все зафиксировать на клей. Здесь еще на циферке 9 можно потом будет выложить звездочки. И написать надпись «Маме». Все, Викуль, приступаем, да? Приступаем! Приступаем! Сюда клей медаль. Молодец. Молодец. Мы закончили уже на ПВА садить наши детальки. Сейчас мы будем
Сейчас будем делать салют, но нам еще нужно завершить лицевую сторону. Нам осталось наклеить маленькие звездочки и напишем надпись «Майя». Какая Майя? Девятая. Да, я такой мультик люблю мочить. Вика, 9 мая – это не мультик, это праздник, это День Победы. В этот день закончилась Великая Отечественная война. И твои прадедушки были участниками этой войны. Там чайка, Майя живет. Я думаю, Чевика вспомнила песню «Пчелка Майя». Девятая Майя. Все, лицевая часть нашей открытки готова. А я еще хелем. Вику, тебе нравится, как получилось? Конечно. Давай покажем ее. Вика вышлет эту открытку своему дедушке. У нее дедушка есть, который воевал в Великую Отечественную войну. Какой? Дедушка Иван. Он живет далеко, живет на Украине, в городе Кривой Рог. Да. Сейчас будем делать нашу открытку внутри. Да. Внутри мы будем рисовать парад. А как парад? Смотрите, у нас есть военная техника. Это танки, самолеты. Сейчас мы все будем клеить вовнутрь и будем делать салют. Самолеты, вертолеты. Сейчас мы это все поклеим. И также сделаем салют. Так, вроде бы все можно. Ну, все остальное идет уже у нас такое, оно с надписью. Будь петь, а я буду петь. Да, да. Ты пока намазывай. Все, отлично. Нашу военную технику мы наклеили. А теперь салют. Нам осталось только салют сделать. Что я отклеиваю? Ой, ёлки. Это у нас обычные сыпучие блёстки. Вот эти, смотри, красивые для салюта, разноцветные. Ой, давай. Как. Давай вот ими и делай. Бери сюда, я и делать. А больше не хотим. Смотри, нам нужно сделать... Вот такие. Да, давай попробуем на этой стороне сначала. Нам нужно просто клеем намазать несколько точечек. Что я еще такое натила? Куда такое я делаю? Молодец. Такой салют у нас получается. Да, я и не коллекционирую.
квадратики. Теперь мы взяли витражные блестки. Мы сейчас этими блестками придадим нашему салюту форму правильно. Смотрите, оно так, мы наделали точечки, теперь их просто пальцем размазываем, и они у нас превращаются в салют настоящий. Да. Потому что он должен же из центра у нас выходить. Я сама буду делать, а ты здесь делать, у салюта. Мне твой салют больше нравится, чем мой. Вот это салют у нас получился. Да. Ой. У нас получился один большой салют на этой странице, и здесь три маленьких салюта. Да. И он так бьет, как настоящий салют. И мама бьет. А Викины руки тоже бьет, как салют. Покажи свои руки. Вот такие руки. Мне понравился салют. Мне тоже. Особенно Вике понравилось делать салют. Да. Действительно, очень красиво. Давай напишем здесь «Ура!». Смотрите, сейчас покажем нашу лицевую сторону открытки. Еще мы покажем. Покажи лицевую. Лицевая у нас готова полностью. Теперь покажем серединки. Я почему сейчас показываю, потому что мы сейчас напишем надпись, и открытку уже трогать нельзя будет. Вот, в серединке у нас вот такой салют. У нас парад, у нас самолеты летают, танки идут. Салют. Настоящий парад. Теперь еще напишем надписи «Ура!». У нас такая строгая открытка получилась, лицевая сторона. А открываешь, а тут просто праздник, а не открытка. Нет. Вот, в общем-то, и все. Смотрите. Я думаю, что Викин прадедушка, когда получит такую открытку, он просто будет в восторге. Просто не открытка, а праздник получился. Да. Настоящий парад. Да, мы так снабладятся. Ну все, наша открытка готова. Всем пока. Подписывайтесь на канал Виктория Плей. Всем пока, подписывайтесь на наш канал Виктория Плей. И подписывайтесь на наш канал.